1 июня в День защиты детей особое внимание семьям, в которых растут дети. Семья Шишовых из Новочебоксарска воспитывает 7. С ними встретилась моя коллега Наталья Мальчикова. Воскресенье – день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись. Даже на обычной прогулке эта семья, пожалуй, привлекает внимание. А такой же большой и дружной мечтает и старшая дочь Софья. По примеру родителей, она твердо уверена, что слово «семья» предусматривает как минимум «семья». Ну, мне хотелось бы, чтобы у меня было все как у мамы с папой. Такая же большая дружная семья. И чтобы все было так же, чтобы в семье было так же весело, шумно вот так вот, радостно, светло всегда. Чита Шишовых сегодня воспитывает 7 детей. И совсем скоро ждет еще пополнение. Взаимопонимание, поддержка и внутренняя гармония в такой семье уютно и комфортно всем. А для детей главный, наверное, пример – это их родители, их взаимоотношения, их отношение к делу, как мы относимся сами к каким-то жизненным ситуациям. Мы должны передать детям свой опыт и помочь им самоопределиться в жизни, самореализоваться. Спорт, живопись и одно из главных увлечений семьи – музыка. С нотами дружит здесь каждый. С удовольствием учится хоровому пению. Серафим окончил Архангельскую школу колокольного звона. Совершенствует свои навыки игры и на других инструментах. Мать 7 детей Ольга Анатольевна награждена знаком материнской славы Чувашской республики Анне. Шишова – победитель республиканского конкурса «Семья года». В РИО глава Чуваши Олег Николаев поздравил многодетную семью с Днем защиты детей. В преддверии векового юбилея автономии в режиме онлайн он наградил родителей медалью. Спасибо вам большое за ваше отношение к жизни и спасибо за то, что вы так здорово, так дружно живете вот большой семьей и показываете великолепный пример для всех нас. Спасибо. Всем семьям нашей республики, и не только нашей республики, чтобы все дети, они росли под крылом любящих родителей. Наталья Мальчикова, Андрей Спиридонов, Игорь Зверев, Республика.